Еще и еще раз. Я с большим удовлетворением хочу сказать, что харьковская команда высаживается и у нас, на нашей Дружковской земле, во время проведения фестиваля «Город дружбы приглашает». Мы действительно стали друзьями, и это не громкие слова. Когда просто хочется видеть людей, слышать их, радоваться вместе с ними их радостям и печалиться, если и поддержать, если какие-то печали у них, это, наверное, очень дорогого стоит. Так что еще раз спасибо Харьковской земле за время Висбора. И несколько поэтических строк. Баллада о падшем ангеле. Летел и думал. Смогу помочь. Любил и верил и день, и ночь. Отдать до капли, вернуть. Зачем? Нет сил. Иссякли. Помог не всем. Прощал обманы и ждал. Поймут, что людям раны. Еще кольнут. В любви услышал. Попроще будь. Наивен слишком. Свет звезд забудь. Взлетал и падал. Вдруг понял он, что с верой в правду смешон. Смешон. Тогда в последний он раз взлетел и больше верить не захотел. Привык, обжился, обрел покой и стал терпимым ко лжи любой. Семья и дети доволен всем. Правдив стал, в меру и в меру смел. Когда же ночью болит душа, из дома выйдет и не спеша приладит крылья, взмахнет, взлетит, вернется, спрячет, переболит. Олег Евгеньевич нередко говорит, что для харьковчан город дружбы и Дружковка ассоциируется с запахом теплого хлеба. И хотя мы привыкли уже передвигаться и на автомобилях, и на метро, но представьте себе маршрут железная дорога, железнодорожный вокзал, хлебозавод. Маленькое стихотворение. Рейсовый автобус, запах хлеба, разговоры, сплетни, пересуды, мелкий снег неслышно сыплет с неба. А кого-то мучает простуда, и почти никто не замечает, что на радость, а не на потребу, рейсовый автобус заполняет вкусный и душевный запах хлеба. Спасибо вам еще раз.